Инвалидная коляска на прокат. Теперь это возможно. В Волгодонске открылся пункт проката технических средств для реабилитации и ухода за инвалидами. Работает он на базе Центра социального обслуживания пожилых людей номер 2. Служба получила подходящее название «Милосердие». Вся техника предоставляется бесплатно сроком до 6 месяцев. Потом, по необходимости, время пользования можно продлить. Вертикализаторы для детей с ДЦП, ходунки, коляски, даже специальные подушки для мытья головы маломобильным лежачим больным – всего более 20 видов и 150 единиц технических средств, облегчающих жизнь волгодонцам с ограничениями по здоровью. Служба называется «Милосердие». Она у нас создана впервые в городе и впервые в Ростовской области. Эта служба создана для горожан и для тех, кто прописан в нашем городе. На сегодняшний день у нас свыше 150 единиц техники. Она только вот поступила у нас на этой неделе. И на руках у нас находится свыше 50 единиц. Но сейчас, вот в ближайшие дни, уже, наверное, где-то около 20 единиц уже будет разобрано, потому что люди просто ожидали эти средства. Они очень нужны. Появилась служба «Милосердия» благодаря общим усилиям неравнодушных людей. Это совместный проект ССО номер 2 и благотворительного фонда «Благодарение». Помещение выделила городская администрация. Финансирование осуществляется за счет гранта Ростовской АЭС и благотворительных средств предприятий Волгодонска. Служба проката технических средств для инвалидов располагается по адресу улица Дружбы, 14. Все подробности схемы проката, а также информацию о документах, которые требуется предоставить, можно получить по телефону 23 63 40.